27 тысяч школьников в Якутии обучаются во вторую смену. Это 40% от общего числа учащихся. На односменное обучение школы республики перейдут полностью к 2025 году. К этому времени по федеральной программе построят больше 200 школ и завершат возведение 18 уже строящихся. Общее финансирование объектов составляет более 70 миллиардов рублей. Такие планы озвучила сегодня на правительственном часе по строительству школ и детских садов министр образования республики Феодосия Габышева. Депутаты интересовались качеством строительства школьных и дошкольных учреждений, своевременным освоением выделяемых средств на строительство детских садов и школ. Потребность финансирования на 16-25 годы по принятой программе это 70 миллиардов рублей, 198 миллионов, в том числе за счет республиканского бюджета 24 миллиарда, за счет федерального бюджета 40 миллиардов, за счет средств муниципальных образований 1 миллиард и за счет внебюджета источников 4 миллиарда рублей. Для ввода на первом этапе до 2020 года 6-7 школ требуется финансирование 26 миллиардов 901 миллион рублей.